Всем привет! Привет, кто зашел ко мне на канал. В гостях у Павловны. Сегодня у меня выходной день. Я прибираюсь по лисаднике. Вот обрезала свои цветули. Банан уходит у меня в зиму такой зеленый. Пусть он растет. Вот здесь куст жасмина. Посмотрите, уже почти все листья облетели. Все желтехонькие листья. Затронешь, они уже, посмотрите, как активно падают. Листопад. Рядом с жасмином куст шиповника. Я как-то уже его показывала. Шиповник собрала весь. Ну, не весь. Оставила, не стала жадничать. Оставила птичкам. 2 литра собрала. Сушится где-то она у меня. Птичкам оставила. Они зимой будут тут лакомиться. Ну, а что? Вот в палисаднике я выкопала георгины. Росли у меня тоже, как-то показывала. Росли здесь у меня георгины. Вот. В кольцах, вот здесь в первом кольце у меня клематис белый такой. Он цветет и цветет долго. Я его обрезала. Здесь вот сентябринка. Пчелы. Тут еще вовсю пчелы, мухи летают, жужжат. Вот они активно. О, на меня хоть бы не это. Цветут. Пусть уходит в зиму также. Он долго еще будет этот куст цвести. Вот, навела такие порядочки. Здесь у меня в этих колесах росли 3 сорта кан. Но что-то цветение было такое скудненькое. Один вообще сорт не цвел, и поэтому выкопала их уже давненько, чтобы заморозки их не затронули. И в большие горшки, большой один горшок посадила. На зиму. Пусть он дома у меня. А весну опять сюда посажу. Ну вот, я довольна результатом. Вообще довольнёхонько порядочки навела здесь. Красотень. Вот такие большие колеса. Весной их покрасила. Меня вполне это устраивает. Вот здесь по заограде в колесе также оставила бархатцы. Может, семена соберу, не соберу. Посмотрю. Пусть один куст, а его недолго потом вырвать. Ну все, пойдемте чеснок садить. Растыкала я чесночок. Грядка была у меня накануне скопана. Уже 4-5 дней стояла. Муж мне ее сделал, все, проборонил. Как процесс посадки чеснока я не стала показывать, потому что, как я говорю, Америки я здесь не открою. Делаю лунку, разделила чесночок на зубчики, сделала лунки. И сильно глубоко тоже стараюсь не садить. А сверху золой. Присыпала золой. Сейчас одной рукой неудобно мне, потому что съемки идут. А так сейчас выключу, когда пробороню граблями. И эта зола в луночке войдет. Все будет замечательно. Дождичек пройдет. Это очень отлично. Так что... Вот такая грядка. Мне мой метод, ну, может, даже не метод, как я, моя агротехника вполне устраивает. Я замечала, что чем больше я начитаюсь, чем больше я что-то начинаю экспериментировать, у меня ничего не получается. А как сажу по старинке, все замечательно. Урожай меня радует. Хранится замечательно. Что еще нужно? У меня до нового урожая хватает этого зимнего чеснока. Вполне. Я потом... У меня сейчас в гараже увезен основной чеснок. Потом покажу, как его храню. Надо уже из гаража доставать, его домой переносить. И никаких тоже Америк не открываю при хранении. Обычно в банке 3-литровой храню. Ну все. А сейчас пойдемте салат делать. А какой мы будем делать салат? Вчера убирала дайкон, дайкон садила же, я говорила, когда после уборки чеснока я садила дайкон и маргеланскую редьку. Вчера все убрала. Еще на хранение не увезли. И сегодня сделаю салатик. Салатик сделаю вот такая у меня. Дайкон такой вырос. Сочный, хороший. Почистила морковочка. Огурчики тоже. Вчера теплицу убирала уже огурцы. Вот уже огурчики.
укропчик тоже с грядки и лучок. Нарезать буду вот на такой терочке тереть. Салатик, так сказать, ничего в нем замысловатого нет. Дайкон очень сочный, он напоминает чем-то редиску и редьку, но отличается. В нем нет такой, так сказать, ядрености, резкого запаха, как у редьки, поэтому нормально. Я сегодня на дачу, а завтра мне уже на работу. И с собой, конечно, я беру обед. Муж берет, и я беру. Поэтому сейчас сделаю салатик. У меня где-то курочка. Окорочка маленько жарятся в духовке. Гарнир отварю, гречку. Есть у меня еще с собой йогурт. Я вчера делала, там дома у меня йогурт. Как я делаю йогурт, это есть на канале у меня. Поэтому на перекус возьму йогурт себе. К чаю что-нибудь. И на обед салатик у меня будет. И курочка с гречкой, наверное, сделаю. Ну все, буду нарезать. Показываю. Вот все, вот так нашинковала я. Посмотрите, вот даже вот, я не знаю, видно, нет, по камере передает это. Но такая сочность вот у этого дайкончика. Посмотрите. Сочность, сахаристость, вообще красота. Еще раз повторю, что нет такого резкого запаха редьки. Очень мне нравится, поэтому я уже давненько на дайкон и маргеланскую редьку перешла. А такая у меня почему-то черная не получалась ее ростить, так сказать. То червяк изъест, то зацветет. А вот эту приспособилась уже после чеснока садить. Морковочку натерла, огурчик, нарезала укропчик зеленым луком, и сейчас все буду смешивать. Вот в этой чашке буду смешивать, потому что есть от нее крышка, и удобно будет везти домой. Салат простой. Еще раз хочу сказать, что, знаете, вот раньше делаешь салат с редькой, а он же вкусный. Несмотря на запах такой специфический. И если чуть переборщил, потом давит. Вот знаете, так сказать, неприятная такая тяжесть. А здесь нет такой, еще раз повторюсь, остроты сильной. Вот сочность. Вкуснятина, а не салат. Сейчас, так сказать, уже в преддверии зимы. Уже осень, октябрь полностью уже начинает свои права, заморозки, погода уже скоро изменится. У нас сейчас бабье лето, но уже обещают изменения в погоде. Так, огурчик, сейчас пойдет огурчик. Посмотрите, краски, какие красивые краски. Заправлю этот салат майонезом. Можно было бы и сметанки, но у меня на данный момент сметаны нет. Зазаикалась Павловна. Не побегу за сметаной в магазин. Это однозначно. Поэтому заправлю майонезом. Лучок сейчас пойдет. Вот такая красота. Чуть-чуть подсолю. Окорочка у меня уже готовы, но чуть-чуть передержала я их, но ничего страшного. Так что я не только сегодня на земельке поработала. Я приготовила, чтобы дома не отвлекаться на готовку. Приготовила здесь салатик. Приеду, по контейнерочкам разложим. У нас суп есть поужинать. Поужинаем супчиком. Поэтому вот так у нас вкуснотища. Ну, что-то салату много, но ничего страшного. Так, сейчас майонеза добавлю. Вкусно.
Я с собой говорила уже, что беру с собой. Лишний раз, чтобы там не шарохаться по больнице, где-то разогревать, где-то что-то, какую-нибудь не ловить заразу, так сказать. Поэтому с собой беру. Вот такая вкуснятина. Ну что, а сейчас всем пока. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь. У меня почему-то, вот я не знаю, как у вас, а у меня цифры на одном месте. Я не знаю, уже многие, что мы к вам пришли, мы к вам пришли. Я в ответ тоже как бы поддерживаю, иду в ответ. А у меня цифра все на одном месте, я не знаю. То ли какой-то баланс подписок есть, не знаю, надо вот проверить мне. Посмотреть все некогда. Так, ну вот, закрываю крышечкой. Салатик очень вкусненький. Это точно. Закрываю крышечкой и едет домой. В 5 часов сейчас буду подсобираться. В 5 часов за мной заедет муж. Так что сейчас всем пока. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь. Я всем рада.